Вот чем закончился локальный беспредел. Я думаю, примерно ты угадала. Сейчас мы будем делать контрольный отчет, если там хватит энергии в нашем девайсе. Там. А где он, папа? Ищи, я пока снимаю процессию.
поищи его, он где-то здесь. Попроси маму, я занят. Да, свистят. А зачем? Сложный вопрос. Свистят всегда по разному поводу. Да, процесс занял около 1 часа. Судя по всему, кто-то испытал неудобство. Сейчас мои сородичи посчитают количество автомобилей, да? Арина сделала предположение, что их 17, я говорю, что их будет 21. Я, как всегда, прав. Я бы ровно столько же сделал. А вот кто-то выезжает из двора, кто очень хотел давно выехать, и явно эти люди испытали неудачу.